Пепел забрали, дали, и его в окно выкинули туда, седьмого этажа. А там еще комендант, девочка, 21 год, Дюзьем Сен, не помню французский уже. 21 год ей. Она медик. Вот такая. Я знаю. Она была по все новости, по всем миру. Она меня лечила, меня перевязывала. Я ее знаю. Она меня лечила, лечила. So you heard about the girl that was 21 years old that got shot in the neck. The medic? On, yeah. I was asking. So he was helping her. Она меня. Oh, great. Она меня лечила, лечила. So she was helping him and like he had hurt himself and she was а потом always helping я прихожу, говорят, ее снайпер. А у нее был крест. Yeah, with her, и мне сказали, ее уже нет, она уже там. Yeah, а потом я позвонил, died. Я сам с Севастополя. Я позвонил в Севастополь, говорю, меня волонтер, доброволец волонтер. Меня лечила, а ее нету снайпер. А мне потом перезванивают, говорят, в интернете. Мне звонят с Севастополя. В интернете говорят, она выжила, ее спасли. В интернете там вы сказали, она выжила. А три дня тому уже медики сказали, сняли с нее искусственное дыхание. Сняли аппарат, вообще все нормально. Так что со Стрия у меня друг, мы с ним подружились. Стрия, это Львовская, возле Львова. Мы с ним еще с декабря вместе, потом он поехал на 3 дня, на 5 дней к себе, потом сюда опять. И он привез с собой друга, привез. Этого друга нету. Он привез его сюда, его снайпер. Explain, give my condolences. Ну, снимается шкура человека. И ну это пришить можно. А тот, кто впереди, глаз нет, и мозги глаз. Две смерти, тут 2 метра от меня, потом там 3 метра. А я думаю, как это они так далеко могут бросить? А мне показывают с крыши. Это не бросали айсберг, а с крыши бросали людей. С гранатами. Talking about grenades that were thrown on people, and he was talking about how because it was hit between, like it would like the people were really close together, and then it would fall in between. So если бы упало там, because if it hit the ground, like nothing, but the fact that it was like hitting people, глаз нету, like the guy lost his eyes, and his yeah, нет глаз и мозги через глаза кровь. His brain, это не фильм ужасов, не бутафория, это по-настоящему. Руки нету, кости торчат. Yeah, I mean people lost their hands there. И кровь, много крови. Два были убиты на моих глазах, а человек 15 было раненые. Кричит, коридор, мы все расходимся, несут, бегом к скорой. So we were carrying people to like to the first aid. Кого-то могли за руки. And some people we were trying to grab the arms. Ну кто как, а кого? And sometimes we were trying to carry them however we could to get them help. И где-то 15 человек. And about 15 people I saw that were injured horribly. Вот. Ну а потом мы, я попал сюда. Then I ended up up here. И начался штурм. And we were like storming. The storming of the Barracuda was up there. Я потихоньку успел выйти. And I got away. И я сюда спустился. And I came down here. Они там наверху, где люди стоят, бросали камни по людям. They were throwing the people up there were throwing the rocks. А тут не у всех каски. And we didn't all have the things on our heads. Каски не у всех, и женщины стояли. And there was women up there. И они сверху вот сюда бросают камни. And they were even throwing. По людям. Это Barracuda бросал. Милиция, полиция. The Barracuda were throwing. Вот это оттуда бросали по нас. And they were throwing it from there on us. Ну вот такое вот. Yeah, that's how it was. Ну все. Спасибо. Бог вас благословит.